Всем привет! Вы на канале Достоевский ТВ, с вами Софья, и сегодня мы будем делать молочный коктейль. Погнали! Первый ингредиент — это молоко, потом мороженое, банан, шоколад и ванильный сахар. Вот эти ингредиенты нам понадобятся для молочного коктейля. Сначала мы нарезаем наш банан. Мы нарезали банан, перекладываем его в блендер. После того, как мы положили банан в блендер, мы кладем мороженое. После того, как мы добавили наше мороженое в блендер, мы добавляем ванильный сахар. Ванильного сахара добавляем мы чуть-чуть, примерно 2 чайные ложки. После того, как мы добавили ванильный сахар, мы сразу же наливаем молоко. Молока тоже наливаем немного, иначе наш коктейль приготовки будет выливаться за грани нашего блендера. Вот такое количество молока мы наливаем в блендер. Теперь нам осталось только взбить все это. И да, совсем забыла сказать, взбиваем 2 минуты. После того, как у нас получился коктейль, переливаем его в стакан и сверху добавляем шоколадную стружку. Так он будет вкуснее. Такой вкусный, быстрый и простой коктейль у нас с вами получился. С вами была Софья, подписывайтесь на канал Достоевский ТВ, здесь много интересных и познавательных видео. Всем пока, всем хорошего дня!